Сегодня 27 июня 2009 года. Исполнилось 39 лет моему первому ребенку, первому сыну Алексееву Илье Владимировичу. И мой 10-й ребенок, мой какой-то сын по счету? Шестой сын, Алексеев Егор Владимирович, как раз для него полезную вещь исполняет. А? Я встретил вас. Вот преимущество большой семьи. Еще сколько? 15 детей, а 10-й уже играет. Сейчас другие поздравят старшего брата. А? Да.